Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами снова обсудим товары из магазина Fix Price. Будут товары, посвященные красоте. Это косметика и различные гаджеты, которые сейчас есть в продаже практически в каждом магазине. И эти товары приобрели уже статус постоянного ассортимента Fix Price. Мягкие объемные повязки для проведения косметических процедур стоят 99 рублей, представлены в разных вариантах и с бантиками, и с ушками, а также обычные повязки с перемычкой в районе лба. Заметила, что довольно быстро разбирают накладные ногти. Я такими накладными ногтями самоклеющимися не пользовалась, но большое спасибо моим зрителям, которые рассказывали про надежный способ при использовании этих ногтей. Если я найду тот комментарий, то обязательно оставлю в описании под видео, потому что мне кажется, что способ действительно рабочий. Вспомнились времена, когда только акриловые органайзеры появились в продаже, они были большим дефицитом, ведь их разбирали очень и очень быстро. Сейчас же такой проблемы нет, и недавняя коллекция акриловых органайзеров вот с такими ребристыми краями до сих пор представлена в продаже. Даже если быстро разбирают, то буквально сразу же привозят новую партию. Вообще, я считаю, что Fix Price – это просто рай родителей, у которых есть маленькие дочки. Ведь такого разнообразия различных заколок, резиночек, ободков и тому прочей мелочевки не найти нигде. Конечно, есть специализированные магазины, но, как правило, там все намного дороже. Сейчас в продаже есть очень хорошие заколочки со звездочками, вот такие блестящие. Я уже сама покупала. Мне нравится, как они хорошо фиксируют волосы, не сползают, очень удобные и в то же время красивые. Серия с помпошками. Из этой коллекции я покупала набор резинок. Выглядит очень красиво, но, к сожалению, со временем вот эти помпошки, они отваливаются, так как они не пришиты, а просто приклеены на горячий клей. В этой же серии, помимо резинок с помпошками, еще продаются и наборы заколок. Тоже выглядят красиво, интересно, и тут, я думаю, все-таки помпошки не должны так сразу отваливаться, потому что механического воздействия на них будет намного меньше. А также красивые ободки. Причем продаются они в разных цветах, стоят всего лишь 55 рублей на пластиковом основании, причем этот пластиковый ободок не сильно давит на голову, так что деткам будет комфортно. И еще один вариант украшений из этой серии – это металлические заколки, которые украшены россыпью помпошек, собранных в своеобразные цветочки. Тоже в нескольких вариантах, стоит 55 рублей. Более спокойный, но в то же время милый ободок. Этот ободок уже металлический, но не сильно тугой, и украшен вот такими двумя цветочками-шариками. Вообще в Fix Price очень много различных вариантов заколок, и ассортимент также постоянно обновляется. Вот различные щипчики и кусачки в Fix Price мне не нравятся. Еще один вариант популярных резинок – это резинки-пружинки. Как показала практика, такие резинки меньше заламывают волосы при завязывании хвост. Новая коллекция альгинатных масок. И в этот раз это тканевые альгинатные маски с ароматизаторами шоколада, а также кофейных напитках. Вообще, я альгинатные маски очень сильно люблю. Мне нравится, как они хорошо очищают кожу. А также есть еще один вариант альгинатных масок. Стоит он 77 рублей с увлажняющим действием. В составе есть масло авокадо. А также из этой серии представлены второй вид маски – это маска активное омолаживающее действие, антивозрастная. Сейчас завезли краску для волос от фирмы Garnier. Стоит она 99 рублей. Конечно, большой палитры, к сожалению, найти нельзя. В основном оттенки каштановые, русые. Также видела и один блондинистый оттенок.
Маленькие кошельки теперь в фикс-прайсе тоже стоят 199 рублей. По своему исполнению они достаточно неплохие. Вот такое отделение с двумя кармашками можно использовать в качестве кошелька для хранения мелочевки. Также такие кошелечки подойдут маленьким деткам. И в продаже можно найти второй вариант подобных кошельков с милыми мордочками. Принцип построения точно такой же, только отличаются декором. Круглое пластиковое зеркало с подсветкой. Имеется разъем для зарядки. Можно просто подключить сеть, а можно использовать блок питания. Вот такое маленькое круглое зеркальце, которое уже было изрядно заляпано в магазине, цена 249 рублей. Общее количество светодиодов 22. Одноразовые бритвенные станки от фирмы Rapira. Очередная новиночка от Синдо – это пилинг-скатка. Универсальная, подходит для всех типов кожи. Я очень скатки люблю, очень сильно люблю, но вот, к сожалению, эта скатка совершенно мне не понравилась, не работает она по тому принципу, по которому она должна работать, не скатывается, и чувства, ощущения и легкости, к сожалению, никакого не было. Девочки, если вдруг кто-то покупал и второй вариант такой скатки вот в зеленой упаковке, напишите, пожалуйста, работала она у вас или нет, потому что уж очень-очень много комментариев насчет того, что скатка правда не очень хорошая. Крем от Himalaya Herbalz очень часто есть в продаже, причем бывает из разных коллекций. Сейчас же это маленькие баночки объемом 50 мл для лица. Универсальный крем, который подходит для всех типов кожи, стоит 55 рублей. Крем-мыло от Фа, мягкость и уход, в составе которого есть гель алоэ вера. Два вида пенящегося скраба для тела. Стоит такой скраб 77 рублей. Большой тубус объемом 200 мл. Очень интересно написано про этот скраб, что он стимулирует клеточную регенерацию, хорошо увлажняет, очищает. Попробовала я такой скраб, но, к сожалению, мне он не особо понравился. Такого сильного пенообразования, к сожалению, у этого скраба не было. Опробовала я именно скраб в зеленой бутылочке. Да, вроде бы чуть пенилось, но это не та пена, которую мы с вами представляем. По скрабированию тоже особо никаких ощущений я не заметила. И даже после применения душа у меня было чувство стянутости на коже. Было очень неприятно. Интересная и оригинальная новинка. Это мыльная краска, называется Алиса, для принятия детских ванн. При помощи этой краски можно рисовать, например, на самой ванной, на кафеле. Я знаю, что краска нашла много положительных откликов, отзывов у других покупателей, но я пока еще не рискнула ее покупать и пользоваться ею, так как считаю, что нужно все-таки минимизировать воздействие различных красителей на детскую кожу. Цена тюбика 55 рублей. Еще один вариант бюджетного шампуня. Линейка называется Grid Oliva. Это шампунь для волос с маслом оливы, который подходит для всех типов волос. А также из этой серии есть и большие баночки бальзама для волос «Сила растительных экстрактов», также с маслом авокадо и оливы.
Дезодорант Lady Speedstick в формате спрея стоит 99 рублей. Пластиковые расчески со стразами до сих пор есть в продаже, а также те самые кошельки за 199 рублей, которые мы с вами обсуждали в предыдущем видеообзоре товаров для красоты. Новые прокладочки Always. Второй размер, мягкие, гибкие и комфортные, цена 77 рублей. Ассортимент зубных паст очень обширный, но каких-либо новинок я особо не заметила. Единственное, что вот недавно покупала Colgate отбеливающий, но вот знаете, использовала пол тюбика и того эффекта отбеливания, которого бы хотелось бы видеть, к сожалению, я не наблюдаю. Хотя по вкусу паста очень приятная, хорошо освежает полностью. Специальные носочки для педикюра вот с такими милыми ангелочками на упаковке за 149 рублей. Такие носочки я уже протестировала и знаете, да, они способны удалить роговевшие частички и натоптыши. А на моих ногах полностью они не удалили, но все-таки эффект заметен. Написано, что эффект вот это сползания кожи будет продолжаться в течение 10 дней. И да, действительно, оно так и есть. И если решите попробовать вдруг, если не пробовали, приготовьтесь к тому, что у вас кожа с ног будет просто сыпаться, босиком ходить нельзя будет. Видела много комментариев, что писали, вроде бы у других девочек вызывают ожоги после использования этих носочек. И дело все в том, что там действительно находится очень сильно активные компоненты, но вот лично у меня никаких ожогов не было. Возможно, на чувствительной коже возможны такие высыпания, такие аллергические реакции. Очередная новинка от якобы корейской косметики, от корейских производителей. Это патчи, которые должны убирать отеки, темные круги под глазами. А в чем плюс такой упаковки? То, что тут целых 30 патчей, то есть практически на 2 недели курса. Стоит такая упаковочка 99 рублей. И это одно из самых выгодных предложений в фикс-прайсе из этой категории. Но о действии ничего толком сказать не могу, потому что я правда ничего не заметила. Ну что, друзья, вот подошел к концу этот видеообзор. Надеюсь, что он был для вас полезным. Вы ведь сами просили меня сделать такую тематическую подборку. И я с большим удовольствием всегда исполняю ваши просьбы. Если вы хотите увидеть видео о товарах в Фикспрайсе на какую-либо другую тему, то смело пишите в комментариях. С большим удовольствием подготовлю для вас такой видеообзор.